150 плюс 150. 300. Отсоси у тракториста. Тракториста буду я. Отсосешь ты у меня. В общем, я здесь сейчас, с вами я, Саша Клавиатура. Сегодня мы играем в шестой эпизод Half-Life. Тут кидаются в меня печеньями, или я не знаю, что это, орехи. А. Ну да. Точно. Я забыл, что я должен в этой серии охеревать. Хорошо. Спиженный интернетовский спрайт. Ну, как мне сказал разработчик, какой-то художник для него специально для этой игры нарисовал, но я не верю, чтобы... Хотя, ладно, я ничему не верю. В этой игре нет ничего. Вот так. Ставим ставки, блин. Делаем ставки. Что это за... Это кто? В смысле, что он делает? Я подхожу к нему, ударяет он? Кидается в меня или что? Ну... На пейджер звонят, сейчас, минуту. Алло, да, слушаю. Алло, да. А, это ты, да. Здорово. Да вы получаете долги, ну я же тебе сказал. Ну подумаешь, 2 миллиарда задал. Ну я же... Хорошо. Да я тебе точно вы получите, я говорю. Все, я сейчас занят немножечко, окей, потом перезвони. Короче, мне мама сейчас звонила, она нам это просила хлеб купить, да? Так. Да не звоните мне, пожалуйста. Я в туалет хочу. Что это за полоска? Это дерево? А, смотри, это какая-то платформа. Ударь меня. А. Ты вообще ничего не делаешь! Извиняюсь, что ору. Я на монтаже это потише сделаю, или просто микрофон отодвину. А что это тогда? А кто это? Ладно. Гриб. Оу. Это же этот. Шкаф из Прешур. Хм. Интересно. Понятно, грибы здесь не имеют... грибы теперь враги. Окей. А ты типа вообще просто реально ничего делать не будешь? Ты просто... Ну, ты просто спрайт какой-то. Ждем повестки в Nintendo. От Nintendo. Ладно, чё... Ух ты, шипы. Точно не из интернета. У него, короче, проигрывается спрайт, когда он нас кушает, когда я его ударяю. Чё за херня? Какой же ужас. Топор? Топор нам выдали? Нам реально выдали топор. Ну, это, короче, типа ножиков, только топоры. Рельскин ножей. Вау. Жесть. Бля, я благодарен миллион раз, что здесь есть двойной джамп. А куда... Здесь прыгать. Опять в пустоту я должен прыгать. Ну, листва из беспейнта. Я в беспейнте даже не шарю. Я даже не рисовал в нем никогда. Но я знаю, откуда это. Кусты, цветочки, трава. Все это из беспейнта. Опять баганные прыжки. Так, вообще, кроме грибов, я ни разу ни одного врага не встретил. Ай, куда? Наверх. Наверх. Там платформы. Движущиеся платформы. Которые я, конечно же, не вижу, когда я прыгаю, потому что, ну, камон. Кому нужно фиксить... Зачем игрокам фиксить камеру? А, смотри, у них, короче, параллаксный фон, но прикол в том, что фон, скорее всего, тоже взят из интернета. И смотри, типа, там же виньетка такая, но она повторяется из-за того, что фон повторяется. Ну, то есть... Фон не предназначен для того, чтобы он повторялся. Посадочный знак. Но хотя бы здесь предупредили, что тут это яма. Зеленые слаймы. Ну, короче, здесь слаймы, но
Смотри, слаймы хотя бы видно, что они типа нарисованы в пейнте, а то есть, как и все остальные спрайты по типу вот этой... Как ее звать-то? Какая разница? Они как вот эти вот пауки стирали, хотя они не стирали, мне сказали. А, ну ключ, да. Я так и думал, что если я побегу, на меня наткнется этот гриб. Точнее, я наткнусь на этот гриб. В роботах это я хотя бы... На фабрике роботов это имело смысл, типа ключ, а тут что, здесь дерево раздвигается. У него не... Это, я думал... У него никакой не... Мация сломана. Что это? И, наверное, это враг. Ах, вы шипы понаставили. Так, если это враг, то я должен посмотреть на него хотя бы. Что ты делаешь? Возможно, это не враг, а просто яма, в которую я падаю. Ну, а тогда почему листки двигаются? Типа, тут даже ветра нет. Стой! Какой будет босс? Курсор, уйди. Какой будет босс? Мне страшно представить. Какой-нибудь флауи или цветок из капхеда. Так, там внизу маны были. Опять! Хайджам глич. Опять же! Погоди, как я его делаю? Как я его делаю? Я делаю это на краю платформы. Я как-то на краю платформы это делаю. Во! О! Нет. Короче, как-то его логический образ сделал. Я должен научиться этому секретному приему. А как я сейчас упал? А, то есть прикалываетесь, то есть платформа, которая, ну, типа, ладно. Ладно, не буду тренировать его сейчас. Времени не так уж много. Я уже потратил все время. Прыгая пла. Ну блин, ну могли бы и нарисовать. Вы же. Да ё-моё. Вообще насрать на пролом. А, в пизду. Пизду тебе. Не пойдешь ты на пролом. Могли бы нормальные ветки нарисовать, а не вот это убожество. Палочки, блин. Мне жалко слаймов убивать, они мне ничего не сделали. Они просто гуляют. Это их слаймы в естественной среде обитания. А я ворвался к ним в лес. Вот и негодяй. Негодяйка, тогда уж. Наверх. Ну ладно. Вверх тормашковые пауки. Ну, ладно, это, возможно, это имеет смысл. Пауки размером с голову. Вау. О, опять. Ну, короче, я как-то на краю платформы этот трюк делаю. Надо всерьез заняться изучением багов в этой игре. Да я же прыгнул! Окей, у вас хитбокс гораздо больше, чем я думал. Надо это учесть. О, тайм. Все, хорошо, время дали. Значит, можно не так сильно торопиться. Не надо мне писать ВКонтакте, пожалуйста. Я всем нужен именно тогда, когда я пишу видос. Когда я занят, я всем нужен. Что такое? Какой смысл ключа? Он был в пару метров. Ладно. Ой, ё-моё. О, смотри, они рады мне. Они даже подпрыгивают отчасти. Блин, это мило. Я люблю слаймов. Слаймы клевые. Здесь нужно заниматься платформингом. А я не вижу, куда я прыгаю даже. Я даже не вижу, куда я прыгаю. Если я упаду, это все заново. А время неумолимо идет назад. Ну, вперед, в смысле. Ну, вы поняли. Короче, блайнд-джампы разработчики очень сильно любят в этой игре. Окей,
окей, чудом прошел. Но какая разница? О, ё-моё. Какая разница? Все равно сейчас время кончится, и я просру. Прыгни на боссе прям. Вот, вот это вообще ржака будет. Время, дайте, пожалуйста. Это ломается платформа. Да, эта платформа ломается. Пицца тайм. Ой, у меня время кончилось. Видимо, все. Но она еще денег, кстати, начала. Ну, как бы я понял то, что все, пицца тайм. Конец мне. Спасибо. Ладно, мне чудом удалось достичь времени. Оу. Так. Раскладываем карты, гадаем сейчас на карту Таро. Сейчас попадаем сюда. Так, значит, это... надо бингу карту делать. Лол. Итак, босс может быть связан с растением. Босс может сказать, я тебя уничтожу. Босс может быть повторкой другого босса. Босс может быть... Хотя, нет, ладно, три хватает, давай. Медведь-алкоголик. Медведь-алкоголик. О, а, ты булжать. Понятно. Пчелиная война. Укуси меня, пчела. Ну, Кати... А, это ты кидаешься печеньями? Или желудями, не знаю. Так, значит, все три бинго неверны. Это не связано с растением. Этот босс не говорит, что он меня уничтожит. Он вообще ничего не говорит, даже диалогов не было. И этот босс не повторка других боссов. Это кое-что уникальное. Какой-то ты скучный. Мы истребляем, блин, фауну лесную. То есть мы пришли... А вдруг это редкий вид медведя-алкоголика? Типа реально. А я взял его в красную книгу записал. Как исчезающий вид. Мы стали причиной... Прикинь поворот сюжета. Мы стали причиной вымирающего вида. Мы стали причиной того, что умирают животные. Мы же избиваем слаймов, пауков всяких, а мы даже не задумываемся о том, что... А ведь эти животные, насекомые, все вот эти вот, они же могут быть редкими и исчезающим видом. Она еще и довольна этим. Избила медведя А что-то как-то звук поменялся. Другой же звук всегда был. Ладно. Зато лягушки поквакают на фоне. Второй акт. Пройдем его здесь же. В этом же видео. Потому что, а почему бы нет? Смотри-ка. Так. Ё-моё. Гроза началась из ниоткуда просто. Ура! Ужас. Это же те самые рыбы, которые... О, ну смотри, тут новый мех. А мы можем... По канонам всех сониковских игр мы можем задохнуться под водой. Я опять ору, мне ОБС говорит, что у меня крипинг идет. Чё, не можно задохнуться, да? Ну какая из тебя сониковская фан-игра? Вот именно. Я сам офиге. Какая из тебя сониковская фан-игра? Ты даже задохнуться под водой не можешь. Какие-то эффектики прикольные, по типу... Ну, я же тебе реально говорю, это без урона пройти буквально невозможно. Ты должен наизусть знать, что там находится вот эта залупа. Я теперь рыб истребляю. Вау. Ой, только не говори, что мне наверх надо. В
Это реально привет, и это, и как ее? Какой-то двойной прыжок здесь бессилен, смотри. То есть я обычно прыгаю выше, чем двойным прыжком. Ах ты ж. Короче, не договорил. Это реально привет вот этим вот играм со смешариками в поисках Биби. Там тоже было миллион цветов, на которые нельзя натыкаться, если ты это урон получишь. Да ладно, я тебя не буду бить. Я пацифист. А, опять бессмысленный ключ. Короче, я каждый раз, когда я убиваю рыбу, буду вставлять тот самый саунд-эффект. Не обессудьте, вы будете его слушать очень много раз. Потому что он клевый, не знаю, мне нравится. Я реально просто беру и рыбу истребляю. А там чё, погоди. А, показалось. Мне кажется, разработчик добавил водный уровень только по одной причине, чтобы замедлить геймплей как следует. Видимо, мы роботов проходили слишком быстро. Но просто в роботах были сегменты, которые я специально вырезал на монтаже, чтобы вам было проще видос смотреть, если вы вообще смотрите. Там были сегменты, где ты можешь просто свободно бегать, и тебе просто неуязвимость дают. Типа, такая небольшая халява. Просто беги, убивай врагов, просто по-бурному пробеги этот сегмент и все. А здесь разработчик такой, нет, что-то как-то слишком быстро, давай помедленней. А, да, платформа. Кому не все равно? Надеюсь, я не задолбал вас этим эффектом. Ну не знаю, монтаж надо как-то с, блин. Ну, все равно эти видосы никто не смотрит. А если и смотрят, то только потому что. Я заставляю. Муха-ха. Ладно, я никого не заставляю. Я делаю эти видосы просто потому что, ну. Кстати, про айсберг по Балди, кстати, если вы на мой телеграм-канал не подписаны, что очень плохо. Ссылка находится в описании канала. Я уже начал делать вторую часть айсберга по Балди. Дополнение к айсбергу. С новой информацией, там все дела. Ну, потому что я в любом случае должен был это сделать. Потому что новая информация, новое обновление, куча всего нового, поэтому. Почему бы и нет? Что это? Слендермен. Скакалки, не скажи нет, а то умрешь. Бесода и плейтайм в кружке равно просто плейтайм. Бесода плюс плейтайм равно ей пиздец, она пьяная. Контроль. Топорики. Кто посмел пробраться в мою территорию? Ура, Sonic Exe. Ей. Мое любимое. Смертные, прибывшие в мой лес, будут казнены мною. Мне нравится вот этот перенос вот мною и точка до следующей строчки. У вас славу 4 единиц. Кто? Что? Нечего сказать. Боишься? Она не может ничего сказать, ты болтаешь. Я еще кнопку S не нажал. Женщина, я не могу с вами разговаривать, у меня кнопка S не нажата. Ну ладно, я тоже не хочу тратить время на разговор. Давай перейдем к делу. Приведем? Кого приведем? Чё? Ладно. А! Это про тебя имелось в виду. Чё делаешь? А. Ну, топор. Погоди. А, не, выдают бесоду с топорами.
Я бью тебя. А чё? Погодите, что? Без сода. Так. А, и снова без соды. И только потом скакалкой. Не работает. А, понятно. А, я не могу атаковать ее во время атаки, ее же. Я тебя сейчас уничтожу. Кого? Да, вторая фаза! О нет, Эджи крылья. О нет. А ты... А куда лазер стреляет этот глазастик? Наверное, подразумевало, что глазик будет на меня смотреть, но я сломал игру. Блин, самое главное-то, самое сложное-то ударить... А, ну, о, нормально теперь. Самое сложное-то именно нужно ударять именно тогда, когда она не атакует, то есть бездействует. То есть, когда я... Щит можно снимать в любое время, но атаковать ее только в тот момент, когда щита нет. О, глаз починился. Ну, я, короче, глаз сломал, и это да. Ну, блин, ну этот босс даже получше, чем батя. Я должен сказать. Потому что здесь имеется механика, то, что ты должен ударять только такое, таким оружием. И только с ней... Короче, да. Сноси щит только в любое время. А потом сноси башню, когда... когда она не атакует. И, короче, да. Чё? Заморал в землю. Что ты радуешься? Хотя, ладно, радуйся. Ты победила Эджи персонажа. Все? А эти... Я немного переиграла. Прости. Я надеюсь, ты не злишься на меня, да? Кстати... Кстати! Что? Привидение. А, ну да. О нет, водный уровень, я боюсь водных уровней. Конец демо! Ой, мы закончили this game. Меня звать... Да... Обожаю раскладку себе. Все, это мое настоящее имя на самом деле. Режим событий нет. Я надеялся, что режим событий или что-нибудь еще, оно откроется после прохождения. Блин, ну игра хотя бы закончилась на хорошем боссе, а не вот это вот, то, что вот этот медведь-алкоголик до этого был. Медведь-алкоголик, чё? А еще Сплатун-чувак. Или кто, что? Типа, what the Sigma? Типа, сплатунский чувак просто стоял там и все. У меня... Больше вопросов, чем ответов, но в этой игре ничего не имеет смысла, не забываем. Все, это последняя серия этой игры. Я победил. I'm the winner. Ну и все, собственно, вот такой вот последний эпизод. Что здесь? Ну, я примерно так и подозреваю. Остановить! Остановить! Я не могу музыку остановить. Понятно. Это как с Гастером. Спасалка с Гастером. Что могу сказать? Игра, кабздец, какая странная в некоторых моментах. Вот просто она меня убила несколько раз. Морально убила. Я просто играю и охреневаю с того, что здесь вообще происходит. И еще вот это привидение в конце. Я реально сейчас думал, что еще с привидением будет прикол, но нет, это конец демо. Типа играешь, и просто смотришь с вороны спайда из интернета, такой, what the hell? С какой стороны эта игра по балде? Скажите мне. Игра по балде была исключительно вот в начале, первый акт.
первые два акта, все. Замени главного персонажа и первые два акта школы Балди на абсолютно любую другую вообще здание и персонажа, ничего не поменяется. Будет все то же самое. Медведь-алкоголик, вот этот вот, как его звали, вот этот последний босс, который, кстати, интереснее, потому что там есть хоть как... Тебе, наконец-то, там надо думать, а не просто бездумно стоять и закидывать врага снарядами. Я начинаю производство дополнения к айсбергу по Балди. Если что, вся информация в телеграм-канале, а ссылочка на телеграм-канал где? Правильно, в описании канала. Все ссылки в описании канала, там же вы можете мне задонатить, если хотите попасть в титры видосика. Также там можете мне задонатить и поддержать, так сказать, меня и мой канал. Ну а с вами был я, Александр. Лайк, подписка, коммент, адьос и все. Crack.